Ребят, всем привет. В общем, у нас начинается такой солнечный хороший денечек сегодня. И просто хотел бы сегодня позаписывать видео. Наверное, соединю потом все эти видео. И, в общем, это видео даже, да, скорее всего, больше для Ютуба, потому что, ну, как-то в Инстаграме, ВКонтакте, в этих соцсетях таких вопросов, ну, таких, в принципе, комментов не пишут. Как-то понимают, смотрят полностью за всей работой, которая происходит. Потому что, ну, в этих соцсетях я, в принципе, все снимаю, там, как все происходит. А в Ютубе просто какие-то отдельные истории выкладываю, и люди, ну, пишут всякие комменты. И вот больше всего этих комментов, что, ну, наркоману помочь невозможно, все это смерть, предел, удел, он так умрет и все остальное. И, в общем, у нас сегодня у двух девчонок с команды день рождения, и мы, в общем, едем командой нашей. Кто занимается реабилитацией здесь по Майкопу, по Краснодарскому краю. Каролин, привет! По Краснодарскому краю. И, в общем, мы поедем отмечать. И хотелось бы, я буду снимать ролики, буду записывать людей, потом это все соединю. И просто у многих разные 40 трезвости уже. И просто мне хотелось бы показать реально этих людей, у которых получается, которые идут вперед. Да, я не отрицаю, что у большинства не получится преодолеть зависимость. Но есть те, у кого получается. И поэтому не надо говорить, что все, никто не может, никто не может. Могут. Я в том числе, например, правда, у меня такой маленький, всего лишь стаж ремиссии. Это всего лишь 5 лет. Это только начало, скажем так, моей новой хорошей трезвой жизни. Но сегодня я буду снимать людей, у которых реально длительные 40 ремиссии. Посмотрите, как отдыхают люди без наркотиков, без алкоголя. Вот кто бывший зависимый, нам же нельзя всего этого делать. И мы обычно хорошо отдыхаем без всего этого. В общем, давайте, ребят, смотрим дальше. Всем хорошего дня. Ставим лайки, колокольчики. Пишем в комментах. Прям дальше. И еще раз хочу сказать, зависимость — это не приговор. Ребят, вот сразу вот ребята стоят в машине. Так, привет, как зовут? Валя. Валь, сколько месяцев у тебя вообще трезвости? 6. 6 месяцев? Нет, тут будут разные ребята. У кого-то будут длительные 40 по 10 лет, кто-то вот еще свеженький. Поэтому я буду тут снимать всяких разных людей, которые будут показывать. И что у нас употребляло? Соль. Соляшечку, поехали. Елена, видно там тебя? Видно. Сколько лет трезвости у тебя? Или сколько месяцев? 27 лет, почти год. Почти год трезвости, да? Хорошо, ты что употребляла? Соль, мефедрон. Да? А куда мы сейчас едем? На день рождения. Да? Что будем делать, праздновать? Праздновать. Много там будет ребят бывших зависимых? Все. Все, да? Большие у ребят 40 за выздоровление? Да. 5-10 лет. 14, да? Короче, разные 40. В общем, смотрим дальше, будем снимать. Вот они, мы едем. Так, ребят, ну что, ой, мы на кочках прыгаем, поэтому, может быть, кидать. Едем мы, в общем, на день рождения, к Свете, к Юле. И вот еще один персонаж в нашей машине. Виталин, привет. Привет. Как дела у тебя? Все хорошо, очень рада поездке. Так, Вит, скажи, сколько тебе лет? 25. Я просто записываю ролик, мне многие говорят, что, короче, невозможно зависимо избавиться от зависимости. Скажи, пожалуйста, ты сколько употребляла лет наркотики? Года 3. Года 3, что употребляла? Соль, антидепрессанты, все таблетки, выпивала. Скажи, пожалуйста, сейчас сколько у тебя трезвости? Почти 4 года. Ну, 4 ровно и 5 год. Уже. 5 год пошел уже трезвости, да? Ну и как в трезвости жить, нормально? Вообще замечательно, намного лучше. Ну, это возможно, это круто, и когда ты понимаешь, что для того, чтобы быть счастливым и радостным, тебе не нужен никакой допинг, это вообще, это счастье. Хорошо, спасибо большое. Вот еще там сзади супруга моя, она просто независима, и там малышка моя лежит, Теона. Вот вы можете у нее тоже спросить, как там, знаешь, там, возможно ли жизнь в трезвости? Знаешь, если бы было невозможно, то этой бы малышки маленькой девочки ее бы не было. Потому что я был наркоманом, и мне невозможно было делать каких-то детей, иметь детей, потому что, ну, наркоман ничего не может дать своим детям. А я уже тоже живу 5 лет трезвости. Вот моя супруга, вот моя жена. Милана, как тебе жить с трезвым Евгением? Хорошо. Хорошо? Да, и вот ответ. Тоже он, видите, дочка моя лежит. Поэтому... Вот едем дальше, сейчас на день рождения она будет много ребят, кто в большой и маленькой ремиссии. В общем, с ними со всеми поговорим, поэтому еще раз, зависимость — это не приговор, и можно жить круто в трезвости. Ну что, мы приехали, в общем, на это самое, на, в общем, на бассейны приехали отмечать, в общем.
Там уже у нас идет приготовление. Леха, стоять. Сейчас хочу еще одного человечка. Давай в тенечек показать. Пойдемте. Ваня, отойдем в тенечек. Не загорело. Теона, подожди. Да, Теона чуть не забыл. Теона, малышка. Папа чуть тебя не забыл, представляешь? Так. Пойдем. Так, видите? Вот они. Кто говорит, зависимость это не лечится. А вот даже дети у нас есть. Так хорошо. Может быть и не лечится. А у нас есть дети, мы живем трезво. Может быть и не лечится. Так. Давайте подойдем к этому человеку. Так, привет, Лех. Привет. Как зовут? Откуда ты? Из какого города? Меня зовут Алексей. Я из города Шахты, Ростовской области. Ага. Сколько лет тебе? Мне 44, оказывается. Да? Я думал 43. Скажи, сколько лет употреблял наркотики? Ой, ну лет 12, наверное. 12, да, тяжелые наркотики. Внутривенно шлепался? Да, я знаю, что же, как курить надо, да? Было, что ли? Конечно, внутривенно. Лех, скажи, сколько ты уже в трезвости? Я уже избился, наверное, лет... 5 или 6, где-то так, блин, не знаю, не, уже, я уже и не слежу сколько, да? Просто правильно жизнь другая, да? Нет, совершенно просто, другая просто, жизнь, да, не вариант, не вариант, а вот вы вот этому мальчику расскажите, что не вариант, потому что, знаешь, вот эти дети уже рождены тех людей, которые некогда употребляли, прошли путь выздоровления, вот знаете, вы нашим семьям, нашим женам, нашим детям расскажите, что не вариант не быть наркоманом, вариант, мы живем и радуемся. Вот, ну, вот действительно, это... я уже не считаю, сколько лет я, да, в трезвости, потому и что... Вот, и вот эта девочка, они тому примеры. Все, смотрим дальше, будем дальше подходить и спрашивать, у кого сколько лет трезвости, и просто будем об этом свидетельствовать, потому что прям мы рады, что мы живем в трезвости, да, ребят? Ну что, еще появляются у нас новые люди, тут подъезжают, и давайте еще подойдем, спросим, у кого сколько лет ремиссии. Давайте вот сейчас подойдем сюда. Так, Юль, к тебе подхожу. Нужно от тебя пару вопросиков. Юль, привет. Привет. Как зовут? Откуда, с какого города ты? С какого города? Ты зачем? А? Ну, вот кто ты приехал? Просто, знаешь, у людей возникает очень много вопросов, говорят, короче, что, ну, не лечится наркомания вообще никак. Просто они хочется показать, сколько у людей реально лет ремиссии, трезвости, по сколько лет они живут. У меня 8 лет. Подожди, ты из Санкт-Петербурга, кажется, да? Да. Блин, да. Настя. Мне 43. Сколько ты лили употребляла? Употребляла более 20 лет. Более 20 лет употребляла. Скажи, сколько сейчас лет ремиссии? 8. 8 лет ты живешь трезвость. Как жизнь трезвость? Все лучше и лучше. Да? Ребят, вот она еще одна жизнь, которая вот реально говорит, невозможно. Да возможно все уже. По 8, по 10, по 12. Кто по сколько лет живет трезвости. И вы вот этим людям расскажите, что невозможно. У нас все возможно, да? Да. Все, едем дальше. Что, продолжаю дальше снимать. И прям не останавливаясь, у нас людей все больше и больше. Вот это тех именно, о ком говорят, что невозможно. Я хочу показывать тех людей, кому оказалось все нужно. А ну, Макс, привет, сюда повернись. Так, Макс, привет. Юлия уже снимал. Это как зовут? Максим. Макс, откуда ты, с какого города? Я с города Ярославля родом. Да, Макс, сколько лет тебе? Мне 39. 39 лет. Смотри, ролик, ну, я так снимаю, такие двухминутки. Многие в Ютубе пишут комментарии, что, короче, бросить невозможно, что это все фонарь, балда. Короче, вы в любом случае наркоманы, так и умрете наркоманами. Сколько лет употреблял ты наркотики? 7 лет. Какие наркотики? Героин. Героин употреблял. Скажи, сколько ты уже находишься в ремиссии? 10 лет. 10 лет в ремиссии. Возможно, как вы понимаете? Конечно, возможно. Главное поставить цели какие-то, ну, понять, что можно жить нормально, радоваться жизни и все, в принципе. И вот еще один человек, который, знаете, мне говорит, невозможно, а я реально вижу, 10 лет возможно, вот его драгоценная супруга, поэтому вот он я, вот они все мы, поэтому, ребят, все возможно, поэтому идем вперед, зависимость не приговор, и жизнь без наркотиков, она реально будет такая, очень классная. Конечно. Ребят, идем дальше, продолжаем снимать. Еще у нас тут появился один персонажик, жарит мясо. Вот он, Сань. Да, я тебе пару вопросиков задам, хорошо? Да, да. Саш, привет. Привет. Так, тебя зовут Александр, откуда ты сам? С Кемерово. Сам кемеровский ты, да? Да. Сань, такой, в общем, ролик связан с тем, что многие говорят, что зависимость, короче, не лечится, что наркоманы все умирают и ничего им не поможет. Скажи, ты употреблял наркотики сколько лет? 10. 10 лет, что за наркотики? Да. Опий, все вообще, все. Короче, внутривенно, вообще, да, ты шарахал? Да. А, скажи, Саш, сколько ты в ремиссии, сколько трезвости уже? 7-й год. 7-й год трезвости. Как вообще трезвости? Классно? Отлично вообще. Мяско, да, шашлычок? Да, все четко. Да? Научился
радоваться жизни без каких-то внешних. Ну, потребители. Да, вот скажи, ну, многие, понятно, что, ну, многие срываются, уходят в срыв, но у тебя много реально знакомых, друзей, примерно, кто долго в трезвости, в ремиссии? Да, долго-долго. Да, семьи, много. Дети создают. Все есть у них, есть прям очень такие сильные свидетельства вообще жизни, да. Поэтому, ребят, еще раз, зависимость, не приговор. Не приговор. Вот, вот еще один человек, который уже сколько, 7 лет в ремиссии, да? Пожалуйста. Так что все, ваше мнение, которое говорят, зависимость не лечится, мы его просто сейчас разрушаем, разбиваем, поэтому мы тому свидетельство. Смотрим дальше. Что? Едем дальше, блин, я в таком виде, в неглиже, ну ладно, не обессудьте, просто мы на природе. Просто как-то чуть-чуть неудобно, мне как-то даже выгляжу. Давайте, может, к Юле сначала подойдем. Юль, привет. Как зовут тебя? Юля зовут. Да? Откуда, Юль, ты приехала? Я приехала из Ростова. Из Ростова-на-Дону. Смотри, у нас такой вопрос. Ты приехала к нам, что за проблема у тебя была? Зависимость, проблема. А какая? Алкоголь. Алкогольная. Сколько лет была проблема зависимости с алкоголем? Лет 7. Лет 7, да? Угу. Вопросик следующий. Сколько лет ты в ремиссии, трезвости? Почти полтора года. Полтора года. Ну и что, как жизнь в ремиссии? Прекрасно, видите, на природе. Да? Готовим кушать. Да, режет. Сырок адыгейский нарезаем, да? Да. Поэтому, ну, что скажешь, зависимость – это приговор? Это не приговор, это путь к новой жизни. 100%. Угу. Поэтому едем дальше. Пойдемте еще одного человечка вам покажу. Да? Вот пускай мне только кто-то скажет, что приговор. Во-первых, вот он ребенок, я уже снимал. Это Ванечка сидит. И дальше с Настей подойду. Так, привет. Привет. Как зовут? Сейчас к Насте подойду. Да? Но все равно представься. Настя. Настя, ты у нас из чудного города? Москва. Москва. Ну так уже, Москва. Уже ты уже живешь в Майкопе, уже квартиру в Майкопе. Да, купили, я уже купила, да? Квартиру в Майкопе. Да, уже ребенка родила в Майкопе. Муж живет в Майкопе. В общем, все уже майкопчане. Я уже, да, майкопчанка. Да. Настя, скажи, пожалуйста, сколько... Ой, Ванька, слушай. Сколько лет ты употребляла наркотики? Я... Слушай, ну лет 12 точно. Тяжелый наркотик? Ну, амфетамин, да, сначала, потом последние лет 3-5 героин. Прям система жесткая-жесткая вообще. Внутривенно? Внутривенно, конечно. Ага, Настя, скажи, пожалуйста, сколько ты трезвости сейчас живешь уже? 2017, сейчас 22. 5 лет. 5 лет. 5 лет трезвости, пожалуйста. Да, вот у меня ребенок, семья, абсолютно другие цели в жизни появились. Да? Вот он, видишь, зависимость – это не приговор. Да, ребят, поэтому вот еще вам еще один человек, который просто показывает. Может, вы будете говорить, да, это мало времени, 5 лет. Понимаете, мы за 5 лет с бывшей зависимостью делаем столько, знаете, нам нужно успевать. Мы делаем очень многое, мы идем вперед. Знаете, может кто-то сказать, да вот, там дальше, да неизвестно, знаешь, что будет дальше. Но известно, что у нас есть сейчас. У нас есть сейчас дети, у нас есть трезвость, у нас есть счастливая жизнь, и мы просто есть стремление жить счастливо дальше. Да, 100%. Поэтому идем дальше. Вот еще один примерчик. Будем снимать дальше. Это еще не все. Тут еще очень много людей, ребят, бывших зависимых. Так что смотрим. Ребят, ну что, продолжаем дальше снимать. И вот, кстати, подходим к нашей имениннице. Привет. Ну, она еще не именинница, завтра будет именинница. Ты просила не спрашивать, сколько тебе лет. Мы уже раз заговорили, сколько будет? 41. 41. Мне 40, кстати, у нас год разницы. Светлана, ты у нас откуда приехала? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Была зависимость у тебя, да? Да. Сколько лет? Ну, с ремиссиями лет 15. Скажешь, 15 лет употребляла. Ты что, внутривенно? Да. Героинчик употребляла? Метадон. Метадон, да? И, Свет, сколько ты сейчас в ремиссии? 6 лет. 6 лет уже в ремиссии. Живешь в трезвости, да? Замуж вышла недавно, да? Вышла замуж, все хорошо. Вообще, ну и как, скажи, ну, есть возможность жить трезво? Или все-таки зависимость – это приговор, наркомания не лечится? Нет, так... не приговор, есть возможность. Что, да? Приезжайте к нам. И мы тому подтверждение, что жить можно без употребления, можно выздоравливать, жить дальше трезво, хорошо. Хотя у нас такие маленькие стажи, ну, ремиссии, там 6 лет, у меня 5 лет. Ну, зато у нас это самое только начало трезвой, да, жизни, да? Поэтому всем привет, смотрим дальше. Светлана, муж Питеру привет помахать. Идем дальше, снимаем. Сейчас тоже зададим пару вопросиков. Так, Эль, можно тебя на секундочку? Нет, Женя. Давай, давай, подойди сюда, чтобы солнце сюда подало. Так, привет. Привет. Иди сюда. Как зовут тебя? Подожди. Ну что, рассказывай, как зовут? Всю жизнь. Эля. Откуда ты? Подожди. Ну подожди, мне нужно. Мне 2 вопроса всего интересно. Просто вот нужно для ребят. Ты была зависимая, правильно? Скажи, сколько лет у тебя стаж зависимости? Не скажу. Ну ладно, тогда сколько лет у тебя стаж ремиссии? Сколько ты в трезвости? 2 года. 2 года в трезвости, да? Mm-hmm. А, как тебе в трезвости? Классно, круто. Mm-hmm. Ну, у тебя стаж употребления больше, чем стаж ремиссии? Да. В разы? В разы. Да? Поэтому вот, пожалуйста, еще один человек, который живет в трезвости. Так,
Сейчас еще мы подойдем. Ага, все, майку одел. Идем дальше. У нас тут много ребят, кто долго в ремиссии. Кто, видите, в каждый пару, кто 6 месяцев, кто 2 года. Так, поехали. Так, как зовут? Андрей. Так, Андрюх, откуда ты? Из Майкопа. Ну, уже, а приехал? Приехал из Калуги. Из Калуги. Андрюх, сколько у тебя стаж употребления? Лет 12-13. 13 лет внутривенно? Было дело. Было дело, да? По-серьезному. Сейчас скажи, ты уже в трезвости сколько лет? Сейчас со дня на день 6 будет. 6 лет трезвости. Ты со дня на день тоже женился, в принципе, идешь, развиваешься. Да, потихонечку идем вперед. Ну, сейчас, в принципе, в жизни все то, о чем я даже не мечтал, потому что ну, было не видно. Вообще видно ничего не было, что... Скажи, знаешь, что такого, что скажешь людям, которые говорят, наркомания не лечится, это просто они так и останутся наркоманами? Ну, предрассудки какие-то, пережитки общества и... Ну, посмотрите на нас и... Мы тому примеры. 6 лет, 5 лет. Опять же, мы... Я не говорю, что это все, 5 лет резвости и все. Просто у нас она такая, все, мы только, ну, только все началось. У Андрея 6 лет назад, у меня 5 лет назад. У кого-то сейчас дальше еще там будут другие 40 трезвости. Да, мы сейчас подойдем дальше еще, пообщаемся с ребятами. Поэтому зависимость не приговор. Пока. Ребят, продолжаем дальше записывать, подходить к ребятам. Поехали. Та-дам. Как зовут? Катя. Екатерина, откуда ты, Катя? Город Ростов-на-Дону. Город Ростов-на-Дону. Скажи, пожалуйста, ну что у тебя за проблема была, зависимость какая? Зависимость алкогольная. Сколько лет? Более 10 лет. Больше 10 лет ты... Скажи, пожалуйста, другой меня вопрос интересует. Сколько лет трезвости, сколько ремиссия? Более 3 лет. Более 3 лет. Как вообще тебе в трезвости, как вообще жизнь? Шикарно. Что ты там пьешь, не алкоголь случайно? Кола. Кола? Виски с колой. Нет, нет, шутим. У нас все трезвый майкопский квасок, миско. В общем, Кать, молодец. Давай дальше идем, не останавливаемся. Поехали дальше, подойдем. Привет. Всем привет. Как зовут? Антон. Откуда ты? Из Москвы. Город-герой Москва. Скажи, пожалуйста, только что употреблял, что сколько лет зависимости было? 15 лет почти зависимость. Зависимость. Да. Внутривенные наркотики? Да. Героин? Героин, метадон. Да. А так пробовал все в своей жизни. Скажи, сейчас сколько у тебя лет ремиссия? Ну вот ремиссия, сейчас уже год будет. Год ремиссии, год, да? Год вообще ничего. Да? Как вообще тебя? Да слава богу, ну, как бы, другие чувства, другие, как бы, новая жизнь вообще без наркотиков. 100% есть, новая жизнь есть, и как бы, ну, если есть желание, то все получится 100%. Хорошо. В общем, видите, ребят, у нас разные, тут разные, кто-то полгода, кто-то год, кто-то два, кто-то три, кто-то пять, кто-то 10. И, ну, реально жить можно без употребления. Всем хорошего дня, пока. Будем дальше снимать, это еще не конец, у нас есть еще здесь люди. У нас большая здесь компания собралась бывших ребят, бывших зависимых. Отдыхаем, радуемся, купаемся, кушаем мясо. Всем хорошего дня. Продолжаем дальше. Еще у нас один персонаж. Привет, как зовут? Привет, Андрей. Андрюх, Андрюх, ты из какого у нас города? Ну, родился в Ессентуках, жил в Ростове. А сейчас? Сейчас уже в Майкопе, ты уже не один, а с драгоценной. Это, кстати, муж нашей именинницы Светланы. Андрюх, такой вопрос интересует. Сколько лет у тебя была зависимость? 6 лет. 6 лет. 6 лет. Внутривенные наркотики, что ли? Да, да. Ханка была, манг был. Да, и опиаты, да? Немного солей, да? Скажи, сколько трезвости сейчас? Блин. Больше, сколько, 3-4 лет. Больше 3-4 лет. Как вообще ты? Жизнь отлично. Знаешь, многие говорят, что, ну, все, наркомания не лечится, короче, все это, короче, крест, и умрешь наркоманом. Что скажешь? Да нет, все возможно, как мы говорим, верующему, и было бы желание, и Господь даст силы. Ну, ты и я этому примеру, что возможно. Конечно. Да, поэтому мы живые примеры, что без наркотиков жить можно. Всем пока. Идем дальше, и у нас еще есть люди. Поехали. Так, привет. Привет. Как зовут? Юля. Юля, откуда ты? Из Майкопа. Да, так из прекрасного города, далекого, северная столица, а уже просто давно-давно живешь в Майкопе. Юль, угу. Такой вопрос. Смотри, уже коробка подлетала. Вот полетела, смотри, счастье. Скажи, пожалуйста, ты же тоже была зависима. Сколько лет было употребление? 4 года, ну, тяжелые наркотики. Да, тяжелые наркотики, метадон, героин. Ага, скажи, пожалуйста, сколько у тебя трезвости лет в жизни? Сейчас скажу, 17, наверное, 16-17. 17 лет трезвости, ребят. Кто там говорит, что не получается, там невозможно? Или там будете говорить, да ничего, не через 20 лет что-то случается. Знаешь, да может быть, все что угодно может случиться. Но вот опять же, тому пример, тому подтверждение, 17 лет трезвости. Как крутая жизнь трезвости. Да, намного лучше, насыщеннее, интереснее и
ценами. И, по крайней мере, ты ее всю помнишь. Да, точно, точно. Опять же, вот они мы, лично тому примеры. 5 лет, 17 лет тому, кто живет в трезвости, без наркотиков, без употребления. Поэтому жизнь, зависимость, это не приговор. И поэтому мы идем дальше. И опять же, это еще не все, не предел. Будем сейчас снимать еще, показывать людей. Скажи, в твоем окружении много людей, кто живет в ремиссии, там, да. Кто уже там семьи, дети, дома, там все остальное? Много людей, много семей, которые уже давным-давно живут вместе, деток рожают. Все хорошо, все замечательно. Все получилось. Поэтому идем дальше. Ребят, опять же идем, не останавливаемся. Вот у нас еще есть один человечек. Так, привет. Привет. Как зовут? Татьяна. Таня, откуда ты? Из Саратова. Город Саратов. Скажи, пожалуйста, что употребляла? Как героин долго? Употребляла 10 лет. 10 лет употребления. У тебя так тоже сложно. Ты и сидела, кажется, да? Ну, было и такое, да. Было дело. Скажи, пожалуйста, сколько в трезвости уже? 2,2. 2 года, 2 месяца. Да. Ну как? Прекрасно, чудесно. Никогда не чувствовала себя так хорошо, как сейчас. Да? Хорошо. Поэтому, ребят, идем, выздоравливаем. Вот они, эти примеры, у которых получается, которые идут дальше. Опять же, хочу сказать, так это только вот, это ближайшее окружение, только вот маленький город Майкоп, там, 100-тысячным населением. Я уже сколько вам человек показал, которые вот реально, опять же, я повторюсь, у многих не получается, у многих не получилось, но я показываю вам тех людей, которые, вы говорите, таких нету. Вот они есть, я их вам показываю. Это мое только близкое, вот рядом окружение. Знаете, таких окружений еще сколько? По России, по миру, по разным другим городам. Поэтому просто вот сотни. Не суть. Нужно захотеть, и все получится. Все верно. Пойдем дальше. Подойдем еще. У меня здесь человечек. Давайте сейчас обойду. Блин, у меня желудка подустала чуть-чуть. Так, привет. Привет. Как зовут? Меня зовут Ксюша. Так, а это кто с тобой сидит? Милана. Это дочка моя. Да? И вы, давайте, откуда вы? Мы из города Череповца. Город Череповец. Да. Приехала, почему там? Потребляла наркотики. Как долго? 2 года. Что? Наркотик называется, да. Соль. Соль употребляла. Да. Ксюша, скажи, пожалуйста, сколько лет в трезвости уже? Тебе будет 2 года, как я сюда приехала. 2 года в трезвости, да? Ну да. Что, как жизнь в трезвости? Чудесно. Да? Прекрасно. Да, с Череповца, с дочкой, да. Сидеть на таком прекрасном, замечательном месте, в бассейнах, горах, да, проводить вместе. Спасибо вам. Детьми. Пожалуйста. В общем, ребят, зависимость не приговор. Вот, опять же, тому подтверждение. Всем идем дальше. Ребят, ну что, подходит к концу наш сегодняшний день. Отдых. В общем, поедем сейчас домой. Все, видите, там доедаем последнюю еду, докупываемся. Сейчас покажу тот бассейн, где мы сегодня были, где с ребятами отдыхали. Вот. Видно, нет? Вон сзади горы, там начинается. В общем, это тут недалеко от Даховской. И что хотел бы сказать, ребят, я думаю, вы много сегодня увидели, ну, людей, моих друзей, ребят из команды, кто реально когда-то был зависим, не просто там как-то попробовал и все, а именно годами жили в проблеме, употребляли, думали так же, наверное, как и многие вот думают, кто пишет комментарии, что, ну, все, реально, зависимость – это приговор, она не лечится, наркоману помочь невозможно, потому что я, ну, реально, я и сам лично так думал, вот просто думал, 17 лет употребляя, что, ну, мне невозможно помочь, я наркоман, я так умру. Блин, это ошибочное мнение, потому что я проверил на себе, я реально вижу, по ребятам, просто вот когда я приехал на реабилитацию 5 лет назад, я начал реально видеть этих людей, которых получилось, которые прошли путь, которые вот вышли, ну, из проблемы зависимости, и сейчас не просто живут там в страхе употребители, что-то еще, живут в реальной свободе. Реальная свобода от зависимости получена, когда ты радуешься, улыбаешься, развиваешься, занимаешься каким-то делом, которое тебе нравится, семьи создаешь, детей, вот просто вот, ну, вот, услышьте. Зависимость – это не приговор. Еще раз хочу сказать, не все. Опять же, не все, когда мне скажут, да вот, у меня там есть случай, у меня есть тоже пример. Я этих примеров отрицательных реабилитации насмотрелся масса. Реально масса. Там, я не знаю, если 2 из 10, кто пройдет, у кого все получится и будет до конца своих дней жизни оставаться трезвым, ну, это так, да, остановить не получается, кто-то уходит, кто умирает, кто-то бросает, знаете, но если хотя бы 1 из 1000 у меня будет получаться, я буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Я верю в людей, я верю, что у каждого человека может получиться, потому что лично у меня это получилось. Я был наркоман из наркомана, у меня это получилось. Если у меня получилось, я буду верить в людей, я буду им помогать, я буду просто верить то, что вот и в их жизни произойдет чудо. И поэтому, ребят, спасибо большое, кто смотрел, спасибо.
спасибо, кто пишет комментарии, спасибо, кто вообще вот с нами на канале. Давайте лайк, колокольчик, комменты просто. Спасибо за то, что вы есть. Зависимость — это не приговор. Хорошего всем дня. Пока.